закончится Украина. Вы понимаете, да? Вы понимаете, что Я думаю... каждый европейский стран против России они настроили. Каждый европейский стран. Просто русофобия кипит. Школа у них, детский сад. Я даже боюсь, сяду на автобус, боюсь на русском разговаривать, потому что толпа летит, меня будет избивать. Из-за этого, когда мне звонят, у меня слезы, чтобы я не могу. Как евреи мучились, да? Вот. Я понял вас. Вы не понимаете, якобы, они... норвежские школы, а? Норвежские школы, дети кормятся там, смотрите, вот это норвежская школа, о чем вы думаете? Ага. Думаете, сейчас в Украине это закончится? Это пи***ц просто я, можно от души что-то скажу? Говорите. Я твой мама, ебал, Сергей. Слава Украине! Пошел вон, мразь! Подожди.